этот инвентарь? Кому нужен этот хлам? Вам нужен? Что ж, ладно, отберите у них. Это будет просто, ведь вы суперсильные. Вы сильные, но мы сделаем так. Теперь, когда вас не так много, вы не столь сильные. Что? Вот еще несколько. Что? А теперь последние. Совиные крылья. Хватит, хватит! Нет! Уж в этот раз вы никуда не денетесь. Да! Стоп! Я должен был с ними тренироваться, а не вы. Хорошо, теперь твоя очередь. Радуйтесь, ниндзя-лино! Вы, наконец, можете потренироваться с ночным ниндзя! Не все сразу! Скорей, хватайте спортинвентарь! Пустите, ниндзя-лино! Сейчас я не хочу тренироваться! Два, раз, два, два, раз! Ловите липкие шарики! Опять он жульничает! Не волнуйся, забег еще не закончен. На счет три. Один, два, три. Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, раз, что? Два. Раз, ты же сказал, два, что у нас раз, есть два, время! Раз, два. Ты была права! Мы выиграем! Ха-ха! Но только если сейчас сделаем ускорение. Вперед! О, нет! Эй! Кэтбой, мы могли проиграть! Но не проиграли, мы победили! Да, не повезло, ниндзя! Это все вы виноваты, ниндзя-лино! Ой! Итак, один забег выиграл ниндзя, один негодники в масках! Поэтому, кто выиграет последний забег, получит кубок! Надо выиграть! А так как вам не удалось найти кубок, придется действовать самой. Хорошая новость! Я тоже буду участвовать! Эй! Не волнуйся, ниндзя. Я сделаю так, чтобы ты победил. Если я не стану победительницей... Ты не говорил, что нам придется состязаться с ней? Извини, птичка! Она все-таки судья! С ней не поспоришь! Итак, каждая из команд должна выбрать участника, который будет балансировать на шаре. Оу, я! Я! Никто не балансирует лучше котов! Хорошо, только помни главное, не торопись. На старт! Внимание, марш! Построиться! Теперь посмотрим, кто лучше управляет парадом. Ха! У тебя даже нет барабана. Героям не нужны барабаны ночной ниндзя, ведь у них есть супердвижения вроде этих. Вперед, герои в масках! Давайте вместе начнем этот парад. Да! Что? Я могу их вести. Раз, два, три, четыре. Смотрим налево и направо. Поворот и назад. А теперь делаем восьмерку. И, наконец, кувырок. Ниндзя-лино, по своим местам. Хватит, ниндзя-лино.
Что? Ниндзя Лина принадлежат мне, а не тебе. Они просто следуют за ритмом, ночной ниндзя. Липкая липучка остановит твой парад. Если я не буду вести парад, то никто не будет. Ребята, построиться в линию. Вот так, даже без моего любимого барабана, я не позволю тебе тут все испортить. Если это ниндзя Лина, то поблизости должен быть ночной ниндзя. Ну, не знаю, Кэтбой. А может... Ниндзя Лина! Да, но очень маленький ниндзя Лина. Да. Он совсем крошечный. И он такой милый. Он не милый. Он ниндзя Лина. Он выглядит очень напуганным. Все хорошо. Не бойся. Как думаете, что он сказал? Я не знаю. Может, ему нужна помощь? Если он в беде, мы должны помочь. Нет, его прислал ночной ниндзя. Забыли, что случилось с моей школьной партой? Похоже, он потерялся. Может, его забыли в школе, и теперь он не знает, куда идти? Ну и почему ты здесь? Ты правда потерялся? Он тебя не понимает, Кэтбой. Или он хочет обмануть меня? Нет смысла разговаривать с ним. Мы должны прогнать его. А? О, Кэтбой, ты ему понравился. Нет, кыш, кыш! Ну все, тебе пора уходить. Хватит, мы не играем в салки. Серьезно? Попался! Добро пожаловать на лучшее в мире ниндзя телешоу! Вы не поверите глазам, когда это увидите! Шоу окончено, ниндзя! Руки прочь от меча! Да брось, котенок! Пока он у меня, вы ничего не сможете со мной сделать! Ты не можешь использовать меч, ночной ниндзя! Это позволено только учителю! Нет, успокойся, Кэтбой! Эй, ниндзя Лина! А почему вам не разрешают играть с мечом? Видимо, вам не доверяют. Он слишком красив, чтобы им делиться, да, ночной ниндзя? Что? Нет, это не так. Нет, просто я им лучше пользуюсь, чем вы. Нет! Хватит! Прекратите! Стойте! Нет! Отстаньте! Нет, мой меч! Хватит снимать их! Это я, звезда шоу! Прекратите кричать! Ниндзя Лина, вы сводите меня с ума! Отличная работа, ребята! Герои в масках, вот эта ночь! Спокойно, всем смогли помочь! Посмотрим возвращение шоу учителя Фанга. Приветствую поклонников учителя Фанга. Спасибо тому, кто вернул мне меч, кем бы ты ни был. Да, кем бы я ни был. У тебя получаются не все движения. Только не злись. Да, не нужно злиться, когда ты запутался, верно? Не волнуйтесь, буду продолжать, пока не получится. Так держать, мои ниндзя Лина. Скоро все узнают, кто я такой. Что? Герои в масках приближаются? Превосходно! Стой, где стоишь, ночной ниндзя? Для чего все эти афиши? А, вредители!
Не обижайтесь за эту показуху. Я просто хочу снять фильм о самом худшем злодее в мире. Это прекрасно! Если «Ночной ниндзя» в нем будет главным злодеем, то я смогу стать главным положительным персонажем. Знаю, знаю. Конечно, я и так очень известный плохой парень. Но подождите, пока я закончу это. Я собираюсь покрыть весь город своей липкой липучкой. Одну для школы, одну для музея. И, конечно же, не забуду про парк. Люди будут говорить только обо мне и отмывать город целую вечность. Ящерицы, рептилии! Какие большие шары! Не волнуйся, Гекко, предоставь это мне. Ха! Так вот, чем ты занимаешься в свободное время. Быть злодеем — это больше, чем хобби. Эти липкие липучки не просто большие. Моя новая формула сделала их прыгучими. Их действие будет еще хуже. Что значит «недостаточно плохие»? У тебя что, есть идея похуже? Ладно, мы ее обсудим. Липкая липучка! Я остановлю первый шар, а вы, ребята, справьтесь с остальными. У меня есть идея получше. Постой! Я же главный герой, помнишь? Пора действовать! Кошачий суперпрыжок! Мне повезло. Ладно, следующий раунд. Снова у меня. Говорил же, я хорошо играю. Что? Сколько еще слоев? Я такой везучий! Наконец-то! О, смотрите! Это фигурка меня! Ночной ниндзя во всем самый лучший! Возможно! А? Но зато торт у нас! Да! Поймать их! Отличная работа, Кэтбой! Ты забрал мой торт! Ого! Посмотри на этот торт, Гекко! О, да, он потрясающий! Нам не нужен торт с учителем Фангом, Кэтбой! Скорее идем! Но... Эй, ребята, постойте! А? А? Что происходит? Кэтбой! Поймал! Ой-ой! Спасибо! Пока-пока! Ниндзялина, не уроните мой торт! Очень жаль, герои-неудачники. Этот торт мой. Пока! Нет, стой! Ну что вам еще надо? Давай сыграем в другую игру. Или боишься на этот раз проиграть? Боюсь? Ладно, прокатите меня, Ниндзялино, с ветерком. Я сказал с ветерком, ниндзя-лентяи! Быстрее! Так-то лучше! Так, вы двое, обмахивайте меня веером! Почему мы едем медленнее? Быстрее, вы ленивые черепахи! Да! Что это вообще значит? Может, ты не понравишься им как лидер? Да, я была бы гораздо лучшим лидером. Мы бы играли, веселились и дурачились. Что за бред? Что? Похоже, они переметнулись к нам. Здорово! Ах, вы гадкие ниндзялино! Скоро я вернусь за своей колесницей, и у вас будут проблемы. Большие проблемы! Они такие милые!
и прикольные. Чудесно, но прежде чем играть, давайте спрячем колесницу в безопасном месте. Она тяжелая. Я использую свои супермышцы, Гекко. Постойте, пусть лучше это сделают мои ниндзя-лина. Вот только я буду называть их алетины. Что скажете, алетины? Они хотят меня покатать. Вперед, алетины! Тяните! Быть лидером здорово! Что ж, может быть, но ты забыла о нашем задании. О, ну можно я немножко повеселюсь? Вперед, мои алетины! Алет! Ночной ниндзя может вернуться! Ну, хорошо. Алетины, везите меня в музей! Ниндзя-лино! Да, но очень маленький ниндзя-лино. Да, он совсем крошечный. И он такой милый. Он не милый, он ниндзя-лино. Он выглядит очень напуганным. Все хорошо, не бойся. Как думаете, что он сказал? Я не знаю, может, ему нужна помощь? Если он в беде, мы должны помочь. Нет, его прислал ночной ниндзя. Забыли, что случилось с моей школьной партой? Похоже, он потерялся. Может, его забыли в школе, и теперь он не знает, куда идти. Ну и почему ты здесь? Ты правда потерялся? Он тебя не понимает, Кэтбой. Или он хочет обмануть меня? Нет смысла разговаривать с ним. Мы должны прогнать его. А? О, Кэтбой, ты ему понравился. Нет, кыш, кыш. Ну все, тебе пора уходить. Хватит! Мы не играем в салки! Серьезно? Он наполняет ров шинами, но зачем? Чтобы сделать мост, подобраться к нам и уничтожить штаб. Ему надо помешать. И мы помешаем, вращая наш штаб, как это делает он. Отлично. Стоп, нет, Олет, в этом нет нужды. У нас и так есть отличная защита. Надо ее использовать. Но сначала надо раскрутить штаб. Гекко, у меня есть план. Я отвлеку ночного ниндзя, а ты избавишься от шин. Попробуем вот так. Сова луч. Что? Прощай, мост из шин! Отлично! Есть прощение! Стоп! Что? Ой, я случайно бросил шарик. Шучу, конечно, нет. Ну, хватит баловаться, герои в масках. Скоро здесь останется лишь одна крепость. Лучшая крепость. Моя! О, нет. Теперь он пересечет мост. Это я виновата. В его крепости полно разных наворотов, и мне захотелось такие же иметь. Вы были правы. Глупо чего-то хотеть лишь потому, что это есть у других. Все в порядке, Олег. Уверен, что мы найдем способ его остановить и вернуть автобусы назад. Я знаю, что сможет его остановить. А если точнее, кто? Настало время героев! Да!
Очень мило, птаха, но краска меня не остановит. Это мы еще посмотрим. Олет, ты поможешь? А! Спасибо, но этой краской ты могла испачкать все произведения искусства. Ты же не хочешь, чтобы все картины выглядели как твоя статуэтка? Но я не хотела попадать в картины. Я хотела испачкать краски ночного ниндзя. Доберусь до него другим способом. Нужно узнать, куда он отправился теперь. Скорее всего, продолжать воровать картины. Да, в некоторых местах много произведений искусства. Например, в музее! Вперед! И ты, отполируйте мой шедевр. А остальные, спрячьте все картины где-нибудь в музее. Как удивительно! Как талантливо! Какой потрясающий экземпляр! Я самый лучший художник всех времен и народов! Это то, о чем я думаю? Это гигантская статуя ночного ниндзя! Давайте подберемся поближе! Маскировка Гекомобиля! Поразительно! Ого. Нет, это ужасно! Спускайтесь! Я не хочу, чтобы вы случайно сломали мой шедевр, как ту статуэтку Флосси Флэш сегодня в школе. Так значит, они случайно разбили твою статуэтку, Олет? А? Как вы посмели пачкать мой прекрасный шедевр? А ну, сотрите все сейчас же! Так, ну что, вы уже закончили прятать все картины в музее? Хорошо, скоро я избавлюсь от них навсегда! Он задумал спрятать все произведения искусства и оставить только собственную статую! Я ему этого не позволю! После того, что он сделал с моей статуэткой, я просто обязана уничтожить его статую! Стоп! Ты должен прыгнуть на луноборд и помочь Кэтбою! Опять?! Но я не умею на нем летать! Откуда ты знаешь, что не умеешь, если все время спрыгиваешь? Ты должен попробовать. Ты сможешь. На помощь! Кэтбой! Ты права, Олет. Я просто должен попробовать ему помочь. Настало время героев! Супер-камуфляж! Куда подевалась эта ящерица? Что? Где ты? Он мой! Держись, Гекко, ты сможешь! Гекко, я сейчас взорвусь! Помоги! Ну, если я нагнусь, я могу упасть! Держись, немного осталось, поверь мне! Я постараюсь доставить тебя целым и невредимым! Гекко, осторожно! Вот знаешь, это прикольно! Воу! Но не просто! Главное не останавливаться! Осторожнее, стена! Черепашки в рубашках! Мы слишком высоко! Не паникуй, Гекко, а то упадем! Ты прав! Осторожно! Есть! Сейчас сядем! Аккуратно! Молодец! Я знал, что ты сможешь! Видишь, стоило лишь попробовать! Да! Мотыльки! Отпустите, негодники в масках! Все кончено, лунная девочка! Да! Твой луноборд у нас! Ты не сможешь подарки красть! О, значит, у меня не будет настоящего Рождества! Я буду одна его встречать! Что? Тебе не с кем Рождество встречать? Что ж, мне тебя очень жаль. Слушай, может быть, ты его с нами встретишь? Серьезно? Да! Мы ведь должны вернуть все рождественские подарки адресатам! Поможешь? Мы встретим Рождество вместе! Что скажешь? Ну что ж... Эй, это не смешно! Нет, смешно! Это лучший кукольный спектакль в мире! О, что? Как тебе это, змеёныш? Итак, вот мой план. Гекко? Гекко, все в порядке? Да, заберите марионеток! Герои в масках идут на помощь! Кошачья суперскорость! Взять их, мотыльки! Совиные крылья! Мотыльки, что вы делаете?
Молодцы, герои в масках! Марионетки целы? Да, но теперь нужно найти Кэмерона. Ему нужна наша помощь. Кто такой Кэмерон? Но нам нужно срочно вернуть марионеток. Что Кэмерон здесь делает? Кто такой Кэмерон? Он ходит во сне. Кто такой Кэмерон? Нужно доставить его домой. Да, сначала поможем ему, потом заберем марионеток. Кто такой Кэмерон? Из него получится отличная кукла. Она его сейчас разбудит. Остановим ее. Не нужно бросать кукол на землю. Какие же они красивые. Вот так марионетки. Потанцуйте и помашите моим друзьям. Отойди, лунная девочка. Нельзя будить лунатиков. Я не хочу его будить. Я хочу поиграть с ним. Иди к лунной девочке, кукла. Нет. Уйди с дороги. Гекко, отложи марионеток. Ты нам нужен. Сейчас приду, ребята. Идем, марионетки. Я должен помочь своим друзьям. Теперь он мой. Совиные суперкрылья. Кошачий суперпрыжок. Попался, смешной мальчик. Вот так. Сидите здесь. Вам будет удобно. Я уже иду. Посмотрите, он выглядит как гуляющий динозавр. Храпящий динозавр. Я буду называть его... храпозавр. Воровства школьного автобуса недостаточно? Ага. С этими колесами мой ниндзя-автобус будет лазать, ползать и мчать по любой поверхности. В отличие от твоей черепашьей машинки. Гекомобиль лучше твоего автобуса, и я это докажу. Как ты сможешь это сделать, когда я отберу твой гекомобиль? Что? Нет! Отдайте мой гекомобиль, гадкий ниндзя! Кошачья суперскорость! Совиные крылья! Думаете, я буду торчать здесь с вами, герои-вредители? Вперед, ниндзя Лино! А ну вернись, ночной ниндзя! Почему ты опять сбежал? Мы не сможем тебе помочь, если ты будешь сбегать! Он чуть было не украл твой геккомобиль. Все было под контролем. Может, вы будете меньше заботиться обо мне и займетесь этим ниндзя-автобусом? Скорей! М? Ладно, давай! Не волнуйся, я его отберу! И мне не нужна помощь! Да что же это такое, Гекко? Стой! Опять он сбежал! Кэтбой и Олет, не беспокойтесь обо мне! Я поймаю подлого ниндзя! Он должен разбиться! Ничто не может выдержать мой мега-тройной удар! Ау, ау, ау! Репетируешь новый танец, ночной ниндзя? А вот и не угадал! Вы даже не представляете, что это такое! Не так ли? Огромный камень? Не просто камень! Мои ниндзя-лина прикатили его из древнего храма, что на вершине горы, в тысячах километров отсюда. Его называют Камнем Всесилия. Камень Всесилия? О нем написано в книге о кунг-фу. Согласно одной из легенд, в нем спрятан драгоценный медальон. Вроде этого. Это же медаль! Это медальон, а не медаль. Лишь самый сильный герой может разбить камень и достать медальон. А самый сильный герой – это, конечно, я! Самый сильный герой? Но ты вообще не герой! Скоро ты увидишь этот медальон на моей шее. Тогда тебе не будет смешно! Медальон для самого сильного героя? Если он у меня будет, все будут знать, что я сильнейший! Гекко, о чем ты говоришь? Что, если я разобью камень? Тогда ниндзя не получит медальон. Я получу и надену. Я буду как один из этих атлетов. Используйте свои навыки кунг-фу. Надо бить сильнее. Вот так.
Хай-я! Ты недостаточно силен, а мне это по силам. Гекко, стой! Но если я разобью камень и достану медальон, то ночной ниндзя перестанет вещи ломать. Даже не мечтай, присмыкающаяся! Ниндзя-лино, катите камень! Продолжайте! Рано или поздно он расколется! Если он будет и дальше так продолжать, то разрушит весь город! Надо его остановить! Скорей! Мне надо камень разбить! Никто не сможет разбить этот камень! Надо просто его остановить! Но медальон докажет, что я сильный! Я его на стену повешу! Ты суперсильный! Если ты ударишь камень, он просто улетит! Воздушный маневр 77! Давай! Но... Что? Выпустить липкие захваты! Нет! Олет! Что происходит? Я не знаю! Нас словно что-то держит! Устроим этой глупой птичке и ее друзьям американские горки! Вперед! Черепашки в рубашках, отпусти нас! Что мой дешучий друг? Ты сказал отпусти? Да без проблем! Убрать липкие захваты! Еще один летательный аппарат выбыл из строя! Еще несколько, и я стану единственным и лучшим воздушным пилотом! Тебе до меня далеко, птичка! Что значит, он останется единственным воздушным пилотом? Может, он и воздушный шар хочет похитить? И все остальное, что может летать? Олет, лети за ним! Но мой самолет сломан! Тебе не нужен самолет! Ты и так отлично летаешь! Я не могу! Но почему? Он слишком хороший пилот. Мне до него далеко. Что? Ты отличный пилот! Ты не виновата, что он разбил самолет с помощью липучек! Да, и мы поможем! Давай отгоним самолет в штаб, а потом наведаемся в музей! Что это? Привет, я Робет. Не стоит с ними любезничать! Но, по-моему, они хорошие. Мое последнее творение. Мой новый, крутой суперробот. Она будет помогать мне в злодеяниях. Что ты сделал с игровым оборудованием? Это не я, его спрашивай. Этот робот сделан из игрового оборудования. Вот куда оно делось. Твой старый робот собирает нового робота. Зачем ему собирать еще одного робота? Я не знаю. У него что-то разладилось. Он перестал меня слушаться. Тут нужна помощь мастера Фанга и Кика Маги. Вперед! Но... Мастер Фанг и его могучий кулак приказывают тебе остановиться. Если не хочешь встретиться с моей ногой справедливости... Гекко, надо было размять ногу. Сейчас же отдавай игровое оборудование. Нет, этот робот мой новый лучший друг. Кик, он уходит! Вперед, мастер Фан! Ребята, постойте! Не торопитесь! Я могу понаблюдать за ним с воздуха! Мастер Фанг и Кик Маги в этом не нуждаются! Мы мастера боевых искусств! Хай-я! Да, и мы готовы к чему угодно! Извини! Нет проблем! Я! Но как же я? Ящерки в ящике! К этому я не был готов. Я тоже. Но чтобы меня остановить, нужно что-то посерьезней баков. Где этот робот? Он отправился в парк. Ну что ж, к Кэтмобилю! Теперь двигайтесь строем! Быстрее! Я не могу терять так много времени! Ха! Очень скоро все игрушки из магазина будут моими! Команда, которая принесет самую большую игрушку, победит! Итак, первая команда!
Точно мои крылатые грабители! Ну, вы позволите им победить себя, вторая команда? Скользкие змеи! Нельзя позволить лунной девочке украсть все игрушки! Может, если отобрать у нее свисток, команды мотыльков перемешаются? И они не поймут, какая команда должна украсть очередную игрушку! Отличный план! Победит тот, кто первым подкрадется к лунной девочке и отнимет свисток! Стой! Нет, так нельзя! Зачем нам соревноваться в этом? Действительно, нет смысла! Я все равно выиграю благодаря своему суперкамуфляжу! Ну нет! Я легко смогу победить! Что? Ну ладно, посмотрим! Я выиграю! Можешь мне поверить! Нет, ребята, помните, нам нужно остановить лунную девочку! Суперкамуфляж Кека! Свисток. Я победил. Я первая его схватила. Я победила. Нет, я победила, герои в масках. Вы не остановите меня и мотыльков. Лунная доска! Видите, скоро у меня будет больше игрушек, чем у кого-либо. Не волнуйся, все в порядке. Мне не нравится, что у меня голос только одного героя. Пора получить остальные. О, нет! Я теряю свой голос. Он забирает все наши голоса. Неужели теперь у гениального Ромео все голоса героев? Да, он потрясающий. Не то что мы. Без наших голосов мы никогда не сможем объединиться, чтобы победить его. А все потому, что Гекко не забрал свой голос, когда была возможность. Да здравствует Ромео! А, что говоришь, Гекко? О, ты говоришь, что настало время героев. Мечтать не вредно, ящерица! Представьте, что я только смогу сделать с вашими голосами! Вам конец, герои-вредители! О, я самый гениальный гений! А? Почему я остановился? Может, какие-то проблемы с двигателем? Девочка? Птички-невелички, надо сказать ребятам. Нет, птичка, оставайся и ешь. А я скоро вернусь. Я только что видела на экране лунную девочку. Она здесь. Ясно, давай. Стоп, что это? О, это еда для птички. Она оказалась голодной. Надо было ее покормить. Я покормлю Гекко, когда мы разберемся с лунной девочкой. Она тебя даже не покормила, верно? Что ж, давай, делай, как я учила. А я отвлеку олухов в масках. Попробуйте меня поймать. Ой-ой, со штабом что-то не так. Я превратила его в гигантский лунный магнит. Вы не сможете попасть внутрь, так что скоро, благодаря птице, он притянет все, что есть в городе. Оно станет моим. Что? Это моя птичка сделала? Не может быть. Еще как может.
Твой домашний питомец принес мой лунный кристалл прямо в ваш штаб. Но теперь, когда штаб стал моим, забирай свою птичку. Но как птичка могла так поступить? Может, дело в том, что ты плохо за ней ухаживала? Ты прав, Гекко. Если бы я уделяла ей больше внимания, этого не случилось бы. Птичка, если ты меня слышишь, то прости. Питомец — это не игрушка. Надо быть внимательнее. Я все исправлю. Настало время героев. Я собираюсь... Эй, смотри! Птичка! Вы глупые мотыльки! О, привет, мотыльки. Вы хотите с нами? Мы совсем не против. Да, обещаю, я буду вежливым. Нет, 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 нет! Теперь у меня не осталось помощников! Ну так нечестно! Надо же, мне почти жаль тебя, лунная девочка. Простите, мотыльки, я не буду пытаться вас заменить. Вы останетесь со мной, ребята. Мы почти дома, бабочки. Герои в масках, вот эта ночь! Мы снова всем смогли помочь! Грег, Амайя, смотрите! Когда я не ругаюсь и веду себя очень вежливо... Здорово, да? Ха! Посмотрите на этих глупых бабочек! Эй, повежливей! Хо-хо. Я был слишком грубым. Эй, что происходит? Нет, хватит! Я ненавижу щекотку! Это из-за того, что ты был грубым, Кэмерон. Попробуй быть вежливым. Я попробую. У тебя появились друзья-бабочки. Что ж, похоже, они довольно милые. Поблизости должен быть ночной ниндзя. Ну, не знаю, Кэтбой. А может... Ниндзелино! Да, но очень маленький ниндзелино. Да, он совсем крошечный. И он такой милый. Он не милый, он ниндзелино. Он выглядит очень напуганным. Все хорошо, не бойся. Как думаете, что он сказал? Я не знаю, может, ему нужна помощь? Если он в беде, мы должны помочь. Нет, его прислал ночной ниндзя. Забыли, что случилось с моей школьной партой? Похоже, он потерялся. Может, его забыли в школе, и теперь он не знает, куда идти. Ну и почему ты здесь? Ты правда потерялся? Он тебя не понимает, Кэтбой. Или он хочет обмануть меня? Нет смысла разговаривать с ним. Мы должны прогнать его. А? О, Кэтбой, ты ему понравился. Нет, кыш, кыш. Ну все, тебе пора уходить. Хватит! Мы не играем в салки! Серьезно? На старт! Внимание! Марш!
Сделай суперпрыжок в тот момент, когда я взлечу в воздух, и мы понесем Гекку. Понял. Только давай скорей. На счет три. Один, два. Оу! Постой, Кэтбой! Я силен, но я не резиновый. Попробуем еще раз. Только не торопись. Хорошо. Мы должны идти в ногу. Раз, два, 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 раз. Ловите липкие шарики! Опять он жульничает! Не волнуйся, забег еще не закончен. На счет три. Один, два, три. Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. Ты же сказал, что у нас есть время! Ты была права! Мы выиграем! Но только если сейчас сделаем ускорение! Вперед! О, нет! Эй! Кэтбой, мы могли проиграть! Но не проиграли! Мы победили! Да, не повезло, ниндзя! Это все вы виноваты, ниндзя Лино! Ой! Итак, один забег выиграл ниндзя, один негодники в масках. Поэтому, кто выиграет последний забег, получит кубок! Надо выиграть! А так как вам не удалось найти кубок, придется действовать самой. Хорошая новость! Я тоже буду участвовать! Кэтбой! Дай мне использовать прыгодозер! Я смогу Ромео остановить! Нет! Гекко! Только я! Кэтбой! Ладно. Если нельзя использовать прыгодозер, я использую реактивный ранец! Нет, Гекко, будь осторожен! Этот ранец очень опасен! Смотри, не сломай мой ранец, летающий ящер! О, нет! Гекко может пострадать! Надо было дать ему прыгодозер! Кэтбой, на помощь! Спокойно, Олет! Я тебе помогу! Наконец! Совиные крылья! Ой! Этим ранцем непросто. Берегитесь! Ха! Наконец-то реактивный ранец мой! Теперь я могу захватить весь мир! Так, что же мне использовать? Слизимет? Или, может, пальцы тык? А, стоп! Я же хотел применить пушку-загазушку! Я просто гений! И что теперь будем делать? Есть одна идея! Серьезно, Кэтбой? Ты опять будешь скакать на прыгодозере? Нет, я знаю, что мне далеко до Гекко. Поэтому, как герой, я уступлю это право ему. Змейки на скамейке! Запрыгивай, Кэтбой! Поскачем вместе! Вперед! Что это? Привет, я Робет. Не стоит с ними любезничать! Но, по-моему, они хорошие. Мое последнее творение! Мой новый, крутой суперробот! Она будет помогать мне в злодеяниях! Что ты сделал с игровым оборудованием? Это не я! Его спрашивай! Этот робот сделан из игрового оборудования. Вот куда оно делось. Твой старый робот собирает нового робота. Зачем ему собирать еще одного робота? Я не знаю. У него что-то разладилось. Он перестал меня слушаться. Тут нужна помощь мастера Фанга и Кика Маги. Вперед! Но... Мастер Фанг и его могучий кулак приказывают тебе остановиться. Если не хочешь встретиться с моей ногой справедливости! Гекко, надо было размять ногу. Сейчас же отдавай игровое оборудование! Нет, этот робот мой новый лучший друг. Кик, он уходит! Вперед, мастер Фан! Ребята, постойте! Не торопитесь!
Я могу понаблюдать за ним с воздуха. Мастер Фанк и Кик Маги в этом не нуждаются. Мы мастера боевых искусств. Хай-я! Да, и мы готовы к чему угодно. Извини. Нет проблем. Я! Но как же я? Ящерки в ящике! К этому я не был готов. Я тоже. Но чтобы меня остановить, нужно что-то посерьезнее, Баков. Где этот робот? Он отправился в парк. Ну что ж, к Кэтмобилю! Вот ты должен прыгнуть на луноборд и помочь Кэтбою. Опять? Но я не умею на нем летать! Откуда ты знаешь, что не умеешь, если все время спрыгиваешь? Ты должен попробовать. Ты сможешь. На помощь! Кэтбой! Ты права, Лет. Я просто должен попробовать ему помочь. Настало время героев! Супер-камуфляж! Куда подевалась эта ящерица? Что? Где ты? Он мой! Держись, Гекко, ты сможешь! Гекко, я сейчас сорвусь! Помоги! Ну, если я нагнусь, я могу упасть! Держись, немного осталось, поверь мне! Я постараюсь доставить тебя целым и невредимым! Гекко, осторожно! А знаешь, это прикольно! Воу! Но не просто. Главное не останавливаться. Осторожнее, стена! Черепашки в рубашках! Мы слишком высоко! Не паникуй, Гекко, а то упадем. Ты прав. Осторожно. Есть! Сейчас сядем. Аккуратно. Молодец! Я знал, что ты сможешь. Видишь, стоило лишь попробовать. Да! Мотыльки! Отпустите, негодники в масках! Все кончено, лунная девочка! Да! Твой луноборд у нас! Ты не сможешь подарки красть! Значит, у меня не будет настоящего Рождества! Я буду одна его встречать! Что? Тебе не с кем Рождество встречать? Что ж, мне тебя очень жаль. Слушай, может быть, ты его с нами встретишь? Серьезно? Да! Мы ведь должны вернуть все рождественские подарки адресатам. Поможешь? Мы встретим Рождество вместе. Что скажешь? Ну что ж. Что это вообще значит? Может, ты не понравишься им как лидер? Да, я была бы гораздо лучшим лидером. Мы бы играли, веселились и дурачились. Что за бред? Что? Похоже, они переметнулись к нам. Здорово! Ах вы гадкие ниндзя-лино! Скоро я вернусь за своей колесницей, и у вас будут проблемы. Большие проблемы! Они такие милые и прикольные. Чудесно, но прежде чем играть, давайте спрячем колесницу в безопасном месте. Она тяжелая. Я использую свои супермышцы, Гекко. Постойте, пусть лучше это сделают мои ниндзя-лина. Вот только я буду называть их алетины. Что скажете, алетины? Они хотят меня покатать. Вперед, алетины! Тяните! Быть лидером здорово! Что ж, может быть, но ты забыла о нашем задании. О, ну можно я немножко повеселюсь? Вперед, мои алетины! Алет! Ночной ниндзя может вернуться! Ну, хорошо. Алетины, везите меня в музей! Стоп! О, простите, я слегка погорячилась. Скорее, ночной ниндзя вот-вот будет здесь. Надо скорее колесницу спрятать. Можно вон там. Постойте, я хочу кое-что попробовать. Алетины, сделайте вот так.
Салютуйте лидеру! Нет, не так. Давайте еще... Что? Киска, уйди, я ничего не вижу! Не люблю кошек. А? Что? Скорей, пока Ромео не починил птеродактиля, устроим ему сюрприз. Сначала извинись за то, что напугал меня в музее. Я же извинился, Олет. Это был всего лишь прикол. Ладно, тогда я одна поймаю Ромео. О, нет! Олет! Прыгаем, пока он не взлетел. Готов? Три, два, один. Нет! Кошачий стой! Прыжок! Я! Ты мой, Ромео! Ха-ха! Олет, зачем ты это сделала? Зачем ты это сделал? Из-за тебя Ромео ушел. Он ушел лишь потому, что ты на меня обиделась. Потому что ты меня напугал. Забавно! Знаменитые герои в масках ссорятся, как кошка, с совой! Кошачий прыжок! Великолепный кэтбой ухватил за хвост ужасного птеродактиля! Сейчас мы тебя стряхнем, котик! Надо что-то делать. Совиные крылья! Что? Нет! Пульт управления! Гекко! Супер захват! Не дайте им попасть внутрь! Ха-ха! Не так быстро, лунная девочка! Совиный ветер! Ага! У меня ваш драгоценный комикс! Если он вам действительно так дорог, не пытайтесь меня остановить! Ну ты подумай, а? Но кто им управляет? Это я! Молодец, Гекко! Кэтбой, помоги, Олег! Берусь лунной девочкой. Кыш! Кыш! Ну все, вы сами напросились! Попрощайтесь с комиксом! Нет! Кошачий прыжок! Ой! О нет, ты слишком тяжелый! Я тебя не удержу! Спасибо, Гекко! Не за что! Теперь люк ничем не защищен. Опять вы на мою удочку попались. Ха-ха-ха! Ты забыла о Гекко. Выпусти меня, гадкая ящерица! Только когда я закрою люк штаба. Теперь ты свободна. Даже не верится, что меня победила жалкая ящерица! Даже оставаясь в штабе с простудой, Гекко приносит пользу! Летим, мотыльки! В следующий раз я с вами разберусь, зануды в масках! Герои в масках? Вот это ночь! Мы снова всем смогли помочь! А теперь ты! Молодчина, ящерица! А теперь, котенок, принеси мне мой главный пульт Ромео. Клянусь кошачьими усами! Благодарю, котенок! Послушным ты мне нравишься намного больше! Прыгайте, вредители! Так забавно! Но я же хотел, чтобы вы прыгали, а не скакали! Нужно внести некоторые корректировки. Олет,
запрыгивай на крышу, спустись по люку и утащи пульт. А ты, Гекко, запрыгни на башню и сломай тарелку. Ну чего вы ждете? То, что ты наш лидер, не значит, что твои идеи всегда самые лучшие. Но... Ты заставлял нас делать все по-твоему. Вот бы мне прекратить прыгать. Я плохо себя контролирую. Стойте! Я контролировал вас и игнорировал ваши идеи. И теперь Ромео будет контролировать всех. Нет, не будет. Мы что-нибудь придумаем. Да. Хороший лидер всегда готов выслушать чужие идеи. Самое время мне стать героем и послушать вас. Что ж, если мы позволим Ромео контролировать тебя, то ты сможешь его отвлекать, пока мы позаботимся о башне и тарелке. Последуем вашему плану. Починил. А теперь прыгайте. Ладно, игры окончены. Я отправлюсь на площадь, оттуда сигнал моего пульта добьет до всех. А если снова пойдете со мной, вам не поздоровится. Эй, Ромео, я не собираюсь тебе подчиняться. Я тебя остановлю. Ну да, конечно, мечтай, котенок. Но раз уж ты решил меня остановить, я возьму тебя с собой. Понаблюдаешь за тем, как я захвачу мир. Давай, топай со мной. Отправляемся. Толкайте ниндзя Лину. Нет, ниндзя Лину, не делайте этого. Хватайся за меня, Гекко. Супер мускулы Гекко. Ниндзя Лину, пусть статуя станет тяжелее. Я возьму это. Я могу ее починить. Свою статуэтку я не спасу, а статую ночного ниндзя и все остальное смогу. Самое время стать героем. Оставьте ночного ниндзя мне. Идите и спасите произведение искусства. Кошачья суперскорость. Эй! Эй, что ты делаешь с моей рукой? Я хотела бы тебе помочь, ниндзя. Но знаешь, протянуть руку помощи. Согласен? Не могу больше держать ее! А! Супер-супер, мускулы Гекко! Совиные крылья! Смотри, ночной ниндзя, я все исправила! Ты больше не будешь все уничтожать, верно? Мое творение! Статуя как новенькая! Ну ничего себе! Вроде обошлось! Ты прав, ящерица! Какое счастье, что моя статуя спасена! Так, вернемся к первому плану. Спрятать произведение искусства и уничтожить... Поздно, ночной ниндзя! Я уже спрятал все так, что ты ничего не найдешь. Что? Теперь нам придется тратить остаток ночи на то, чтобы искать эти глупые детские рисунки? Может, просто будешь наслаждаться своей статуей? Если я заберу ее домой, то смогу в любое время ею любоваться, сколько захочу. Буду смотреть на нее постоянно. Тащите, ниндзя Лину! Кэтбой, осторожно! Супер мускулы Гекко! Поющая ночной ниндзя. Сейчас упадет, сейчас упадет! Супер камуфляж Гекко! Что? Идем, ниндзя Лина. Я буду петь в другом зале. Я не понял, что произошло. Я только подумал о концерте, и тут все сразу зашаталось. Все нормально, Кэтбой, но нам нужно вернуть наши инструменты. Я знаю, концерт важен для вас, поэтому есть другой план. Сначала мы с Олет отвлечем ночного ниндзя, притворившись его поклонниками. О! Поп-звезда, поп-звезда! Настоящая поп-звезда! А? Вообще-то оркестр должны слушать, а не видеть! Молодец, ночной ниндзя! У тебя прекрасный голос! Наконец-то вы меня оценили! О, мы твои верные поклонники! А знаете, я не только пою, я еще и танцую! Спорим, вы так не сможете!
О, вот бы побывать на твоем концерте. О, концерт! Нет! О! Из-за тебя моя супермаскировка Гекко выходит из строя. Что? Все нормально. Гекко тоже твой фанат. Так-так. Диско-ящерица. То, что нужно для шоу настоящей поп-звезды, это украсит выступление. Поп-звезда, поп-звезда! Эй, а куда это все подевались? Кэтбой спешит на помощь! Кэтбой, сделай что-нибудь! О, нет! Тормози, тормози! Я пытаюсь! Где же они? Вон там! Мы упустили их! Они отлично летают, и кружатся, и ныряют, и так далее. Мне далеко до них. Стой! Куда ты летишь? В наш штаб. Без меня вам будет лучше. Это не так! Ты нам нужна! Ты лучший пилот, которого мы знаем. Мы верим в тебя. Хоть кто-то верит. Только ты сможешь научить нас летать. А если не сможешь, ночной ниндзя похитит все летательные аппараты. А? Соскучились, олухи в масках? Пора угнать еще один летательный аппарат. Так, Олет, они летят прямо на нас. Так что, может, нам стоит спрятаться за штабом и неожиданно напасть? Хорошо. Летите за мной. Они приближаются! О, нет, летите назад! Сломанный самолет должно быть находится в штабе. Пока этих пустоголовых героев болтает в воздухе, давайте завалим штаб и уничтожим их самолет. Вперед! Кэтбой, налево! О, нет, направо! Разворот! Совиный ветер! Гекко! А теперь спасем Кэтбоя! Алина! Ящерки в ящике! А ну-ка, отдай велик! Он нужен детям! Что? Хватит! Ай! Ого! Они и правда стали сильными! Да, они почти готовы тренироваться со мной. Я сказал почти. А пока идем на следующую площадку. Страница. Неплохая попытка, но мы справимся с ними только втроем. Нет, ниндзя-лины совсем крошки. Я с ними легко справлюсь. Идем! Когда ниндзя-лины придут, я поймаю их. Что ж, может, это и сработает. Конечно, сработает. Ведь я суперсильный. Смотрите. Тебе точно не нужна помощь? Я справлюсь. С моей суперсилой мне все по плечу. А вы смотрите и учитесь. Соломинку. Неплохо. Думаю, скоро вы сможете тренироваться со мной.